На улицах города сотрудники полиции пообщались с юными участниками дорожного движения. Детям напомнили о неукоснительном соблюдении дорожных правил. Призвали всегда быть внимательными и осторожными на дороге. Особое внимание полицейские уделили мерам безопасности при передвижении на велосипедах, сегвеях, самокатах, гироскутерах, скейтбордах и моноколесах. Такие же разъяснительные беседы прошли в лагере дневного пребывания. Сотрудники госавтоинспекции рассказали школьникам, отдыхающим в лагере дневного пребывания на базе школы номер 19, о недопустимости управления мототехникой несовершеннолетними. Также инспекторы объяснили ребятам, что велосипедисты могут передвигаться по дорогам общего пользования только с 14 лет, и о необходимости использования защитной экипировки и световозвращающих элементов.